Всем привет! Вы на канале Дмитрия Довженко. Пока еще... Почему пока? Планирую технические ролики по ремонтам перенести на второй канал Wooden Studio Tools and Technologies. Внизу, вот там, ссылочка. Хочется все-таки разделить мебельные ролики, столярные и технические, чуть-чуть по разным каналам. То есть не хочу в одну кучу все это. Для этого нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал внизу. И через несколько видео все-таки перейду и разделю эти ролики по темам. Там будут видео по инструментам, может быть, по новинкам. Тогда я смогу делать какие-нибудь обзоры, если будет желание у вас смотреть, а мне их делать. И то, что касается технических особенностей инструмента, буду хвастаться инструментом новым, старым, приобретенным, восстановленным. В общем, все, что касается технического обеспечения мастерской, это будет, скорее всего, на том канале. Не без того, что видео будут перемешиваться, то есть в любом случае информация будет проскакивать и там, но, скорее всего, канал Дмитрия Довженко я оставлю под изделие, а инструментальная тематика перейдет во второй канал Tools and Technologies. Инструменты и технологии. Он достаточно старый, я его не особо развивал, но сейчас, скорее всего, придется. Нужна ваша подписка, чтобы продвигать канал дальше. Так что, а пока, поехали. Итак, сегодня у нас профилактика вакуумной системы VAXIS SE1. Система очень давно не использовалась, много лет. Сейчас у нее появился новый владелец, она будет отправлена ему. Проверил, работает исправно, но на всякий случай все же решил сделать профилактику, чтобы человек не возвращался, мог нормально поработать. И заодно решил показать сердце самой системы, то есть вакуумный насос, как он у нас работает. Схема достаточно несложная, но крайне надежная и работает много-много лет. Проверено на моем насосе, ну и на всех остальных. Здесь у нас камера и цилиндр с лопастями, которые при вращении у нас задвигаются. Это керамические пластины. Наработка от 5 до 8 тысяч часов. Почему такая разница, объясняю всегда при покупке. Тем не менее, через определенный период времени, если у нас вырабатываются пластины, они просто меняются на новые, и наша система продолжает работать. Не скажу, что вечный двигатель, но очень-очень-очень долго, надежно все это отрабатывается. Каким образом происходит? Пока у нас большая камера, здесь захватывается определенный объем воздуха. При вращении лопасти задвигаются, камера сжимается, объем сжимается, и под давлением выходит через каналы, через это отверстие. Таким образом, вращая, у нас постоянно происходит отбор воздуха, чем самым создается разрежение и вакуум. Проверил, все работает, никаких повреждений нету. Сейчас просто необходимо это все собрать. Ничего здесь сложного. Для тех, кто знает, что такое отвертка, ключики. Здесь мембрана. А теперь молча буду собирать и поставлю чуть позже музыкальную заставку. Вы, в свою очередь, не забывайте подписываться на канал Wooden Studio Tools and Technologies. Ссылочка внизу.
будет больше подписок, мне будет проще развивать канал. В принципе, держит.
даже при выключенном держит вакуум. Это не штатный режим, он должен все-таки работать, потому что рано или поздно где-то все равно в порах понемножечку подтравливает, и он у нас закончится. Ну, в принципе, как для проверки, отлично. Вот такая профилактика. Мягенько работает. Рекомендую периодически вот эту систему немножечко смазывать. Вот это у меня тефлоновая смазка. Она не жирная, хотя пробовал всякое. Тогда она лучше служит, работает. И иногда, если у нас пищит при зажатии, вот сюда можно установить шайбочку. Пока она присасывается к столу, удерживает, еще в зеленой зоне. Ну а дальше мы видели. В принципе, это уже можно смело отдавать покупателю. Еще раз напоминаю, что технические видео, скорее всего, буду переносить в канал Wooden Studio Tools and Technologies. Инструменты и технологии, ссылочка вот там внизу. Подписывайтесь, поддерживайте канал, будем там делать обзоры, различные ремонты и прочее. Все видео буду размещать там. На этом канале будут видео по столярке, деревообработке, мебели. То есть немножечко разделим их. На этом на сегодня все. Отправляется покупателю. Всем спасибо за просмотр. Заходите. Ставьте лайки, дизлайки, кому чего нравится. До следующих встреч. Спасибо, пока. Будьте свидетелями, что Довженко все проверяет своим весом. Не так изящно.